Что случилось? Жекочка, я так волновалась, еле утра дождалась. Что за пожар? А, помнишь, я вчера говорила, что нас обворовали? Ну? В общем, Николаш стал разбираться, как все это произошло, и попросил познакомить с тобой. Ну и что? Зачем ты меня сюда вызвала, да еще так срочно? Почему ко мне домой не пришла? Понимаешь, я просто подумала, а вдруг он за мной проследит, и у тебя будут неприятности из-за меня. Какие неприятности? Ну, смотри. Николаша, если тебя подозревает, то может забрать полицию и допрашивать там. А чего он подозревает меня? Да и нет у него ничего на меня. Ты расстроился, да? Ну, а чем мне радоваться? Слушай. Ты чё, пацанчик, трубку не берешь? Совсем оборзел? Ты что думаешь, я звоню, чтобы ля-ля пустое разводить? Или, может, ты уже не в деле? Я в деле, не сомневайся, сейчас приеду. Ну вот, я же говорил, много работы на неделю будет. Какой? Да тип один в командировку уехал, тачку свою крутую. Отдал любовнице покататься. Ну, та в аварию попала, разгромил ее в хлам. Позвонила Егорычу, спасите, помогите. Вот он нас по тревоге и поднял. Так что теперь пару ночевок в мастерской мне обеспечит. Но сама понимаешь, разбитую машину восстанавливать. Ты не волнуйся, не ищи меня. Я, закончив, сразу наберу тебя. Так. Эй. Ну, потерпи ты немного. Маленькая, не обращай ни на кого внимания. Все будет хорошо, совсем скоро. Я поехал. Андрюха, пробей ко мне машинку. Записывай. Государственный номер. А-725-ВС-93. Ну, давай, поглядим, какой из тебя гонщик. Из полиции Егорьевска нам сообщили, что Якутов Вадим Романович, известный всем как Якут, подозреваемый в хищении и контрабанде бриллиантов с Егорьевского ювелирного завода, сел на рейс номер 2232. Наша задача – выявить покупателей и проследить, по каким каналам камешки уходят за рубеж. Здравия желаю, товарищ подполковник. Разрешите войти? Входите. К сожалению, в прошлый раз капитан Угрюмов и старший лейтенант Батонов бездарно засветились
и упустили нашего фигуранта. Чем серьезно осложнили задачу экипажа наружного наблюдения? Юлия Вика, нужна более убедительная легенда для прикрытия. Мы можем сделать вид, что прилетели этим же рейсом. Ну, насколько я понимаю, наш клиент человек осторожный, а значит, наверняка рассмотрел всех пассажиров в самолете. Можем засветиться. Но тогда нужно узнать, какие зарубежные рейсы прилетают одновременно с рейсом из Егорьевска. Мы можем изобразить туристок. Вот это будет правильно. Подготовьте соответствующую экипировку. В связи с этим необходимо разработать детальный план, с которого будет понятно дислокация каждой группы. Координировать операцию я поручаю майору Нечаеву. Обстановку он будет докладывать мне лично. И чтобы в следующий раз не допустить подобных накладок, каждое подразделение, которое принимает участие в операции, должно выполнять свою и только свою задачу. Нужно четко расставить приоритеты и избежать дальнейших проколов. Ясно? Да 100 раз повторяли, не умеешь, не берись. А то играют в сыщиков, нам потом выгребать. Ну да. Это вы, Чип энд Дейлы, Джеймсы Бонды, спасатели Малибу. А остальные и так погулять вышли. Ну, наверное. Капитан Угрюмов, майор Нечаев, прекратить пререкание. Извините. Курьер прилетает сегодня в 14:30. Его встретят в аэропорту, остановятся в гостинице City Holiday. И тут будет ждать звонка от клиента. Надо выяснить, в чем он перевозит товар и подменить. А нафига? Стырить и свалить с концами? Если просто стырить, то заказчик будет искать вора. Кипиш поднимется такое, что мало не покажется. А если сумка, кейс или еще что, ну, в чем курьер будет перевозить товар на месте, а внутри голяк, то в первую очередь на кого подумают? На курьера. Круто, получается, мы все стрелки на него переведем. Да, красиво. А что, если он решит товар в труселях спрятать? Какой-нибудь карманчик там потайной? Я бы так и сделал. Чудо. Додик, рамки уже ставят и в аэропортах, и на вокзалах. Ты представляешь, как обрадуются менты, когда контрабас засветится у пассажиров в трусах. Да, прав, Седой. Менты на том месте его и примут. На себе он точно ничего не повезет. Правильно, Жека. Его встретят в аэропорту, дадут охрану и, ну, чтобы сопроводить до места. И чувствовать он себя будет в полной безопасности. Значит, нам нужно вычислить, в каком номере он поселится, и поставить туда видеокамеру. Да, только не обычную, а самую навороченную. Угу. Все будет в лучшем виде. Главное помнить, это вам не просто лоха развести. Будете иметь дело с человеком подготовленным. За ним очень серьезные люди стоят, очень. Так что, если вдруг какая-нибудь накладка произойдет, Точно. То искать нас будут не только менты. Так что помните наше правило. Работаем красиво и помогай Бог фартовым. Все. Всего доброго. Что-то этого фраера вообще не вижу. Может, он не прилетел вообще, а? Надо Седова набрать. Да погоди ты, не гони. Иночка, за мной водитель. Приехал на машине. Давайте вас подвезу прямо к дому. Вадим, мне так неловко, вы так о нас заботитесь. Я же первый раз сама с малышкой лечу, а тут еще и чемодан тяжелый. Когда в Егорьевске посадку на рейс объявили, я совсем растерялась, не знала, куда бежать, что хватать. А тут вы, как добрый волшебник,
Я даже не знаю, как вас благодарить. Да не нужно меня благодарить. Да вон же он. Смотри. Не понял, что это он эту тёлку с собой привел. Еще и с бэбиком. Может, это Седой ошибся, мужика нам другого указал? Додик, на твоей памяти Седой хоть раз давал неправильную наводку? Да нет. Вот и я о том же. Ладно. На хвост, ну пойдем, по ходу разберемся. Викуль, я просто влюбилась в испанских мужчин. А этот Рауль, мы же с ним всю ночь танцевали. Ой, простите, я случайно. Спасибо вам большое. Давайте я сама возьму сумку, а вы чемодан. Идемте, Инночка, в машину. Вадим, ну что вы, ну мне уже правда неловко. А что это за баба с ним, еще и с ребенком? Жена, что ли? Проследим, узнаем. Как долетели, Вадим Романович? Нормально, Олег, долетели. Внимание! Объект садится в черный Range Rover. Номера М037SR. Инночка, а вы присаживайтесь вот сюда, на заднее сиденье. Да не волнуйтесь, я возьму вашу сумку. Так, посмотрим. Его встречает тот же парень, который в прошлый раз в аэропорту засветился. Отлично. Вот теперь четко прослеживается связь. Ты его пробил по базе? Извините, товарищ капитан, замотался. А потом удивляешься, когда тебя премии лишают. Разгильдяй ты, Андрюха. Слушаю вас. Принято, спасибо. Это кто? Из полиции аэропорта. Они на входе просветили багаж якута. В саквояже только личные вещи. Так а может он бриллианты на себе везет? Его несколько раз под разными предлогами просили пройти через рамку, все чисто. Неужели нас снова наколол? Оп. Вот хорошо. Не тронулись, давай за ними, Жек. Всем группам объект выезжает с парковки, следуем за ним. Вадим, если вас не затруднит, подайте, пожалуйста, влажные салфетки, а они в сумке. А, конечно, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Что-то не врубает. Что он сюда приперся? Он же должен был в этот City Holiday ехать. Шифруется. Мы на месте. Объект высаживается из машины. За машиной смотри. Угу. Идемте, идемте.
Вадим, спасибо вам огромное, вы нас так выручили. Я просто недавно с мужем развелась. Вот переехала сюда из Егорьевска, квартиру купила. Ну хорошо, главное теперь, стены у вас есть. А дом красивый, новый. Вы простите, что я не приглашаю вас на чай, просто ремонт, сами понимаете. Да ничего, у меня же командировка. У меня встречи, дела. В следующий раз с удовольствием. Идемте. Спасибо вам, Вадим, огромное. Вы нас очень выручили. Я надеюсь, мы еще с вами когда-нибудь увидимся. Это только гора с горой не сходится. А люди всегда встретиться могут. Всего вам доброго, Инночка. Не верю я, что он по доброте душевной мамашу с ребенком подвез. Но не тот он тип, чтобы благотворительностью заниматься. Он ее использует как прикрытие. Так а нам что делать? Здесь торчать? У моря погоды ждать? Ближе подъедем, на раз-два спалит. Спалит. Если его упустим, нас Седой по головке не погладит. Объект вышел из парадного. Первый прием. Второй, это первый. Вижу объект. Прием. Следуйте за ним, соблюдая дистанцию. Я передал в установку, чтобы они проверили барышню. Ух ты, знакомая тачка. Не верю я в такие совпадения. Вот, прошу. Ваш номер 413. Четвертый этаж, с лифта направо. Спасибо. Хорошего дня. А вы туда сироп добавляете? Вот я дома хочу научиться такие делать. Вот мне добрый день. Доставка пиццы номер 413. Хорошо, проходите. Лифт прямо. Ага, спасибо. А еще говорят, снаряд в одну и ту же воронку дважды не падает. Это вы о чем, товарищ капитан? Да так, мысли вслух. Вы куда, товарищ капитан? Нельзя же выходить, засветимся. Ладно. На этот раз ты прав, Андрюха. Дай-ка бинокль. Как думаешь, долго нам тут еще торчать? Я в клазец гонял бы. Подгузники надевать надо было. А прикинь, как менты в засаде сутками сидят. Вообще не смешно. Да ладно, че ты? Отзвонись дома, что клиент на месте, и можем сваливать. Когда нужны будем, Маринка маякнет. Ага. Ну и что вы там насмотрели, товарищ капитан? Андрюха, не доставай. Когда все пазлы сойдутся, ты об этом первый узнаешь.
Кто там? Прошу прощения. Техническая служба гостиницы. Проверка пожарной сигнализации. Это зачем? У меня все нормально. Извините, пожалуйста, но мне нужно проверить. Работа такая. Мы заботимся о безопасности наших гостей. Ладно, заходи. Сейчас посмотрю. Похоже, есть небольшая проблемка. Контакт отошел. Извините за беспокойство. Бывает. Ну что, работает? Да. Весь номер как на ладони. Кто молодец? Я молодец. А ты, Маринка, все Жека да Жека. Тимоха, отвянь. Не до тебя сейчас. Наш клиент уже с кем-то базарит. У меня все окей. Я готов к встрече. Вот только на сердце у меня неспокойно. Я вообще не могу понять, почему мы сразу не могли встретиться. Странно, что я тебе должен это объяснять. Ты помнишь, что в прошлый раз было? Ну, хорошо. Будешь готов, дай знать. Хорошо, жди звонка. Здравствуйте. Мам. А что случилось? Я потом здравствуйте, тебе все здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. У вашего мужа тяжелый гипертонический кризис. Давление было 220 на 160. Сейчас давление нормализовалось. Он спит. На тумбе я оставил две таблетки, дадите, когда он проснется. Хорошо. Завтра обязательно вызовите терапевта. Угу. Теперь нужно внимательно следить за его давлением. Угу. Ну что же, всего доброго. Спасибо, доктор. Спасибо большое. До свидания. Мамочка, ну… Да что мама? Мама, этого следовало ожидать. Сначала эта ужасная история с кражей марки. Папа ходил сам не свой, а потом из театра позвонили. Сказали, что отменили они постановку. Представляешь, как он нервничал. Со всех сторон неприятности. Ну вот, естественно, давление поднялось. Вон я скорую вызывала. Дальше ты сама знаешь. Мама, можно я зайду к нему сейчас? Солнышко, не нужно. Ну, он спит, не надо. Если ты есть хочешь, то вся еда в холодильнике. Я пойду лягу, я конечно. Очень устала. Конечно, все, мамочка, все. Иди ложись. Да. Здорово. Ну, что там у тебя? Все нормалек. Клиент отдыхает, мое дело ленивое. Сижу, жду. Ты это, не расслабляйся. Смотри в оба. Можешь, конечно, этой мулаточке своей помечтать. Недолго ей тебя ждать осталось. Вы с ней скоро будете жить там, как в раю, и вспоминать меня добрым словом. А, твои слова Богу в уши, седой.
Если все срастется, я за твое здоровье готов бухать каждый день. Ну, это потом. А сейчас, если что, сразу звони. Понял? Да. Бывай, пока. Бывай. Опана, мужик с детским питанием. Тимоха, вот стопудово, товар у него в банке. Значит так, там через дорогу супермаркет, идешь в детский отдел и покупаешь точно такую же банку. Я пока тебе дома отзвонюсь. Алло, Седой? Мы просекли, где он держит товар, да. Работаем, как договаривались. Что за фигня? Что случилось? Звук пропал. Сейчас попробую наладить. Да, слушаю. Хорошо, выхожу. Спасибо. Зря только уселся. Давай, выходи. Чего ты? Мы же все в деле. Ты свое уже отработал. И перед клиентом засветился. Дальше не твоя игра. Ну, нет так нет. Ладно, давай. Удачи. Машину видишь сзади? Значит так, пересядешь в другую тачку, она тебя к шефу увезет. Черт, второй раз ментов на хвосте приводишь. Надо бы проверить, не цветной ли ты. Ты что, рамсы попутал? Ты за базаром следи. Ну ладно. Как только во двор въедем, мухой прыгнешь в другую тачку, а я буду ментов уводить. Прыгай в синюю машину, я ментов уведу. Давай, давай, сюда, шустрее. Ложись.
Привет. Привет. Прости, пожалуйста, домой не приглашаю, папа заболел. А, это тебе. Спасибо. А ты зачем приехал? Да, я вообще-то хотел сделать тебе сюрприз. Помню, ты как-то говорила, что хотела поехать в Прагу на этюды. Вот я решил исполнить твое желание. Никит, но папа болеет, у него давление, я… А вылет через неделю. Я уверен, что за это время папа выздоровеет. Никит, я не могу. Подожди, если ты переживаешь, что будешь пропускать занятия, ты даже не думай об этом. Я зачту тебе пражские этюды как творческую практику. Я вообще считаю, что каждый начинающий молодой художник просто обязан побывать в Праге. Я снял нам номер в центре, в мансарде старинного отеля. Там прекрасные виды. Ты поставишь свой этюдник, будешь рисовать, а я буду приносить тебе кофе, свежие булочки. По вечерам мы будем гулять по городу, восхищаться архитектурой. Никит, я понимаю, что ты старался, но нет. Извини, я никуда с тобой не поеду. Это все из-за твоего Жеки? Да-да. Мне твои подружки говорили, что к тебе приезжает после занятий какой-то гопник. Он не гопник, и не смей его так называть. Хорошо. Но суть от этого не меняется. Тат, мы с тобой с детства знакомы. У нас есть общие друзья, общие интересы. Неужели ты хочешь просто взять это все разрушить ради какой-то сомнительной связи с каким-то проходимцем, которого ты знаешь буквально 3 дня? Никита, нас с тобой ничего не связывает. Мы с тобой разные, но неужели ты этого не понимаешь? Мне с тобой скучно, а с Жекой я могу говорить ночами обо всем. Значит, ты с ним еще и ночи проводишь. Так, а это уже мое личное дело. Я не вмешиваюсь в твою личную жизнь. Ты не лезешь в мою. И вообще, не звони мне. И в конце концов, просто забудь о моем существовании. Ты что думаешь, что на тебе весь свет клином сошелся? Я еще посмотрю, как ты поплачешь. По поводу своего проходимца. Да, да. Я хотел бы посмотреть в твои глаза, когда ты наконец-то поймешь, во что вляпалась. Да молчи, я видеть тебя не могу. А в глубине души ты прекрасно знаешь, что я прав. И ты еще ко мне прибежишь. Дура упрямая. Ты че такой мрачный? Ушли же от ментов. Да ладно, расслабься, еще чуть-чуть доедем. Ну куда ты прешь? Ну, сейчас ты у меня отхватишь. Да стой, куда ты? Нам ехать надо. Да успеем, сейчас овцы это рожу начищу и поедем. Че, вообще сдурел? Ты че творишь? Ты мне в бочину чуть не въехал. Ты ничего не попутала? Я-то по правилам ехал, да ты вон из арки выскочила, права купила, а ездить не научила. По сторонам лучше. Хорош, поехали. Смотреть. Куда поехали, козлина? Твой водила чуть не въехал на сторонном месте. Ты мозги включи. Ты на кого хвост поднял? Я тебя сейчас урою. Ну ты урод, ты сейчас забазаришь. Так, хорош. Вы на бабки попали конкретно! Ясно, уроды! Я вас запомнил! Ясно! Ты нормально? Нормально. Черт! Черт! Идиот, они сумку украли! Быстро! Поехали! Давай, давай, быстрее, за ним! Да не кипишу, сейчас мы их сделаем. Жми, жми, ну уходят! Жму я, жму! Давай, 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 давай. Thank you.
Я за ним, а ты эту овцу хватай. Туда! Ну как, все прошло? Нормально. Остальные не интересовались, почему ты ко мне один пошел? А что интересоваться? Как договаривались, так и сделали. Банку без меня открывали? Нет. Интересно, что там? Мне все равно. Значит, все-таки решил завязать. Ну, гляди. Дай. Давай. Марку. Что? Сначала марку, потом банку. Да будет тебе марка, будет. Просто я сначала должен проверить, то ли ты мне доставил. Неужто ты думаешь, Седой, что я тебя кинуть решил? Не веришь мне? Да я, пацанчик, в этой жизни никому не верю. Иногда сам себя проверяю. Правду я говорю и так, развести себя хочу. Ну, держи. Челый посадил меня в другую тачку, к своему корешу. Сам поехал ментов уводить. Яку, ты лажаешь второй раз подряд, и сейчас мне еще лапшу на уши вешаешь? Какой кореш? Кореш как кореш, я его даже не рассмотрел. Да нахрена ты вообще пересаживался в другую тачку? Я тебе сказал, Чалы тебя доставят из гостиницы ко мне. Все! Ты мог позвонить? Спросить мог? Или язык отсох у тебя? Чего ты кипишуешь? Все нормально, от ментов ушли, товар вот он. Вот на месте, пожалуйста. Хитро придумано. Тут нет чего. Дынок нас на куски порвет. Ты же понимаешь, что нам теперь смерть подарком покажется, тварь. Это не я. Это Чалый. Чалый гнида меня развел, понимаешь? Твоя марка. В расчете? Теперь да. Даже если передумаешь, не приходи. Обратно не впущу. Без вариантов. И тяжко тебе будет жить без меня, пацанчик.